Банде Гуру Пададандам Бхактавиндасаманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранадаям Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванча калпатору вашке пасинде бевача, патитананг павне бхавишнаве бьо наму нама, муканкароти вача ланг пангун ланг хетигрим, ятке патам ханг банде парама ананда мадама, бриндавой тусидевой пиявой кешвасача. Шна бхакти паде деви сатта баттвай намо нама Нараяна намаскритта наран чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Шанкиртане кишна катху падеше Гаурия патрашва пракаса неча Садану ракта гуру бхакти юкта Бхакти Прамодакша Джагодварана Дейям Сада Парибхабхагна Мабиштадохам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Виттатихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллабана Качандамани Чатая Беспорожи, таки мы пикаво душа дарши, Пурнану рагро сосагро сару мурти, Чаради камай када кипан караш. Шри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда, Шри Аддайта Гадаха Дхараси Васади Гаура Бхакта Винда, Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджануламмита бхужау канака бодато, Шанкиртаной капитаро камала ятакшо, Вишамбару дижавару югадхарма пало, Банде ягат приякару. Каруна Бхатару, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам. Сура сураир вандито дибхарупам Бхуктин ча муктин ча дада синитам Бхавану рупе на сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара бибуши табам бхагам Нараяно Прияманангу Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхажавишанатам Вагиша Джушва Бадане Лакшмир Джаша Чабхакшаши Джасьясте Хиде Самбид Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Барьяне шате прашну кито локо хито нибха, Атмавид санматаха пунсам сатобяди сужапараха. Барьяне шате прашно крито локо хито нипа Атмавид санматаха пунсам сатобядишу жапараха Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханто Сарасвати Госвами Прабхупад Парамахамса
Jagat Guru said that, I pray unto the lotus feet of Bhagavan so that I never develop this kind of bad luck. Годи Гоштипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад говорит, что я не хочу иметь такой дурной удачи, чтобы слышать о своей собственной славе от Гуру Вайшнавов. И вот Шрила Прабхупад говорит, что я молюсь лотосным стопам Бхагавана, чтобы у меня не было такой неудачи, как слушать свое собственное прославление от лотосных уст Гуру и Вайшнавов. То есть, если Гуру Вайшнавы ругают нас, это благословение с их стороны. Это значит, что они даруют нам милость без всякой майи. Гуру Падма, он сначала меня как-то одобрял, хвалил меня, чтобы проверить. Я закрывал уши и уходил. Это называется настоящая милость. Всю жизнь баджана с начала до конца. Все зависит от милости Гуру. Полностью. Гуру Крипа Хи Кевала. Нет ничего. Еще с начала до конца и до вечной жизни. Все. Гуру Крипа Хи Кевала. Прабхупад. Абхина Гурупад Падма Шишра Шидарда Гусай Махарадж. Про кого? Шрила Прабхупад сказал, что он лучший среди проповедников Гауди Матха в небесах. Гауди Матха, он сказал нам, смотрите, что ученик подобен лотосу постепенно. Он раскрывается по милости Шигуру. И вот лотос растет в воде, вода — это его поддержка. Сейчас искусственно выращивают лотосы, но классические лотосы, они растут в воде. И вот Прабхупад Шридхар Госвами Махарадж говорит, помните, вода — это она поддерживает эти цветы лотоса. И вода может быть сравнена с милостью Гуру Падмы, без которой лотос не может жить. И в то же самое время солнце, оно тоже дарует милость этим лотосным цветкам. И благодаря солнечному свету цветы могут распуститься. И вот Махарадж говорит, если цветы лотоса игнорируют поддержку воды, то этот милостивый солнечный свет, он сожжет и высушит их. И без воды таким образом эти лотосы завянут, сожгутся, засохнут. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, то есть без милости Гуру мы многое потеряем. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж причитает после ухода Шрилы Прабхупады, поскольку кто будет ругать его, кто будет наставлять на истинный путь,
И это называется Гуру Бхакти. Мы не должны хотеть слушать только славу, нашу похвалу от Гурудева. Если он делает так, значит, он может нас обмануть. Мы должны быть очень осторожны. Шрила Прабхупада, если кого-то хвалил, Goti vanchita vanchaka. Those who are cheater, those who like to cheat themselves, вот те, кто обманщик, обманщики необычно обманывают самих себя. И те, кто хотят быть обманутыми. Гуру Падпадма все равно хочет помочь таким людям, чтобы они хотя бы в какой-то гармонии пребывали. Та шлока, с которой начал, в ней можно найти, что Шрила Шукадев Госвами Парамхамсу Шрешти говорит Парикшит Махараджа. Твой вопрос великолепен, несравненен, бесподобен, и этот вопрос я ожидаю от вас всех. Этот признак того, что вы совершаете баджан или хотите совершать баджан, если нет, это такое. А если такого вопроса не возникает в вашей голове, значит баджан у вас нет. И вот поэтому Парикшит Махарадж ждет милости Шри Гуру. Гурупад Падма говорит, что твой вопрос великолепен. Твой вопрос для блага всего мира. Даже полубоги, они должны слушать такой вопрос. Поскольку такой вопрос, он одобрен атмавидами, таттвавидами. В мире много чего можно услышать, каждый говорит все, что хочет, но услышать ответ на этот вопрос, я думаю, услышать ответ на этот вопрос, это лучшее благо, это ответ, принесет благо всему человечеству. И вот Шукадев Госвами, он одобряет этот вопрос. Он хотел обмануть Парикшит Махараджа между делом. И после того, как девятая часть кончилась, Шукадев Госвами хотел обмануть Парикшит Махараджа. Хорошо. Можешь говорить харикатху. А точнее, может, ты голоден или хочешь пить, уже тут неделю слушаешь, без перерыва нет. Я не голоден, не чувствую жажды, не устал, поэтому продолжайте. Это признак подлинного ученика, когда Гурудев прекращает говорить харикатху, он чувствует, как будто он рыба без воды. Как можно узнать, кто настоящий ученик, а кто нет? Это признак подлинного ученика, то, что у него есть постоянное желание слушать харикатху.
И вот Парикшит Махарадж почувствовал беспокойство, когда Шукадев Госвами прекратил говорить и предложил ему поесть, поспать, отдохнуть, попить. Он сказал, что я не чувствую жажды, не голоден и не устал. Я пью нектар Харикатхи с ваших лотосных уст, наслаждаюсь потоком Харикатхи. Кто сказал, что я чувствую жажду или устал? Пожалуйста, продолжайте. И после этого Парикшит Махарадж, Шукадев Госвами, проверил Парикшит Махараджа, если он проверил, настоящее ли это его чувство или нет. Садхгуру тоже может проверить вас. И не проверяя, Кришна не может дать мне. Кришна не без проверки нас не может, без испытания не может дать нам милость. Кришна будет испытывать нас, проверять в различных ситуациях. Если мы выдержим все эти испытания, то тогда получим милость Кришны. И Кришна, если хочет дать нам милость, он устраивает множество проверок, вот как в Бенгале. В Индии вообще есть горшки глиняные для воды в жаркое время. В них наливают воду, она естественным образом остывает, благодаря тому, что часть воды испаряется через глину. Глина пористая, вот в процессе испарения температура понижается, и, перед покупкой эти горшки проверяют с постукиванием. Если он звучит хорошо, то значит горшок целый. Если трещина какая-то маленькая, то звук меняется. И также Кришна, он проверяет нас ударами судьбы. И если мы прошли успешно все эти испытания, то все хорошо. Кришна может даровать нам милость. И вот в то же самое время мы ждем Наротама Такура учить нас. Когда эта удача разовьется в нашей жизни, когда все Приянарма Саки будут трогать нас. Наротама Такура пишет в Киртане такие слова. Как можно выяснить, что кто-то вне Лабхи Пузы Пратишти, проверить его? Quarantine. We are put into quarantine. And
germ can die. Now your, you know, medicine, you know, disinfection, you know, sterilizer, we have to think so that all germ can die. Then no possible of fall down in future. In our Vaishnavi Pratishtha you can take, now you can go ahead. И вот Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакур, насколько он умен, настолько разумен в Бхаджан-Рахасе, он пишет значение Тринадапишлоки. Тринадапишлоку можем осознать или нет. Но Бхактивинода Тхакур объясняет подробно. Может, мы знаем эту шлоку по памяти, но практически у кого есть чувство, кто осознал эту шлоку, и вот Бхактивинода Тхакур в Бхаджан-Рахасе пишет. И что он пишет? Может, какой-то преданный имеет великолепное качество, но если настоящий преданный, он не стремится ни к какой славе. И вот однажды Махапрабху с Вургасаем пришел в Баджакуте Харидас Тхакура, он увидел какой-то пальмовый лист, взял его там, было что-то написано, прочел и был восхищен, почувствовал некое экстатическое чувство, кто это. Рупа Госвами Пад написал. Махапрабху одобрил: «О, Рупа, твои стихи подобны жемчужине». И Санатан Рупа Госвами Пад стоял с опущенной головой. Это признак вайшнава, хотя он не настолько великолепны, что могут собрать всю славу со всего мира, но они не стремятся к ней. И это признак. Шанкар Пандит известен как Шанкар Пандит сравнивается с тем, кто как-то помогает, поддерживает Махапрабху, то ли с подушкой, и как это так. И вот преданные пришли, спрашивают Шанкар Пандита, где Махапрабху, куда делся, ты все спишь, Махапрабху пропал. Но Шанкар сказал, что да, если не спать достаточно, то не могу ничего делать, поэтому вот сплю, чтобы совершать служение. Я хочу совершать служение, но не могу быть уверенным, Махапрабху. Тогда Махапрабху ушел принять омовение в океане, а его потеряли. Но он никому не сказал, и Шанкар Пандит, он все... Его выставили виноватым, то, что он тут проспал, как Махапрабху ушел на океан. Те,
те, кто по-настоящему имеет вкус к Севе, они не обращают никакого внимания на то, что если кто-то их ругает, они довольны своим служением, они находят счастье внутри себя. И поэтому никакие внешние факторы их не беспокоят, и те, кто... Те, кто погружен в свое служение, они на внешние факторы внимания не обращают. И Бхактина такого пишет. Вот Бхактина такого приводит пример. Деревья настолько смиренные, что даже если те, кто сидел под их тенью, начинают их рубить, они не возмущаются. Оно дает тень, плоды, цветы, ну, а люди рубят их, они не возмущаются этому. Или даже если не поливают дерево, дерево тоже не возмущается. И поэтому в Нити Шастрах говорится такая шлока. Реки, они не пьют собственную воду. Фрукты, деревья, они не едят своих плодов, а дают их другим. Дожди, эти облака поливают, поливают дожди, поливают все растения, но они не говорят, что благодаря нашей воде вы тут растете, приносите урожай, давайте половину. Нет, облака так не говорят. Все качества гуру вайшнавов, они для нас, они хотят раздать их. Они хотят найти цветок, который совершенен для того, чтобы быть предложенным лотосным стопам Бхагавана. И вот ученики, они подобны цветам, которые Гурупад Падма предлагает лотосным стопам
Бхагавана, посвящена ли наша жизнь? Мы должны спросить себя. Нам не нужно никому говорить, только мы должны спросить свой ум, посвятили ли мы себя полностью лотосным стопам Гуру Вайшнавов. Если мы полностью посвятили себя, то тогда никакие... Кришна может вести себя как угодно по отношению к нам. Рагхунатдас Гасай плачет. У меня нет другого пути. О, Радхарани, у меня нет другого пути. Ты единственная поддержка в нашей жизни. Raghunath Goswami giving this example, like a, that kind of chatak, like a chatak pakhi, I can look at the sky, fatigue job. Как есть в Индии птицы, которые пьют только дождевую воду. И вот они, дождя долго нет, они все не пьют другую воду, а ждут пока дождя с небес. И Рагхунатдас Гасай, он тоже подобен этой птице, он молится только о милости Господа. И это жизнь настоящего ученика. Те, кто не понимают, что такое настоящий Харибаджан, они выражают какое-то ложное эго, критикуют. В общем, не понимают, что такое настоящий баджан. Они далеко. От майя откинула их далеко от баджаны, хотя некоторые могут заявить про себя, что они международные проповедники, но если посмотреть на их качество, на то, что они говорят, то будет ясно, кто есть кто. Но глупые люди не понимают, что к чему, чтобы исправить текущую ситуацию в мире. Займет тысячи лет, что говорить о том, чтобы начать Харибаджан, просто чтобы исправить понимание вещей в этом мире. Это займет много лет. Ну, то есть Махмахарадж говорит о коммерческих религиях. То, что некоторые на коммерцию думают, что это духовность. И вот такой признак. Рагхунатдас Гасай плачет, что это наша единственная поддержка Гурудев, это наша единственная поддержка, когда что-то Харидас, он был выгнан Махапрабху, он принял это, он попытался вернуться, конечно, но все же. Поскольку они преданы полностью, я знаю, это невозможно принять, переварить, но все же, если вы поймете, осознаете это, то тогда Гуру Вайшнавы поймут, что вы развили настоящее смирение. Так иначе. Я знаю, это понять сложно для многих, но если вы поймете, осознаете, я пойму, что у вас развилось настоящее смирение.
настоящее смирение. И вот в жизни Шридхара Госвами Махараджа, Бхакти Парамадхури Госвами Махараджа, и в жизни Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа никто никогда не видел, чтобы Шрила Мадхава Госвами Махарадж был в гневе, или Шрила Пури Госвами Махарадж, или Шрила Шридхара Махарадж. И вот это их милость, что они показывают нам. Они Тринадапи Суниш Бхава. Если мы осознаем, мы даже во сне не сможем понять этого. Перед тем, как оставить тело, Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж месяц за месяцем он взывал к Нитай Гуранге, как будто он тонул и просил о помощи, о спасении. Когда кто-то тонет, он кричит: «Спасите меня, спасите!» Гурупад Падма говорил, что тонущий человек хватается за соломинку, хотя соломинка бесполезна, но все же он имеет надежду, что даже за соломинку готов схватиться. Все хотят жить. И желание жить очень важно. Но как жить? И таким образом, когда мы Также мы должны взывать к милости Гуру Вайшнавов, чтобы они спасли нас. И вот мы тонем в океане Майи, и у нас должно быть такое чувство. До тех пор, пока мы чувствуем, пока мы не чувствуем, что Гуру Вайшнава могут спасти нас, до тех пор мы не можем вызывать к их помощи. Шрила Прабхупад говорит, что мы Only then we are saying, oh, no, my money power,
cannot help me, my mentor. Then, oh Bhagavan, you serve. Not before that. Not before that. Up to the last moment, people like to live on the strength of their own money power, manpower. И вот люди часто надеются на свои деньги, богатство, образование, ложное эго. Но когда они чувствуют, что это все бесполезно, не дают им никакой поддержки, как Гаджендра, когда он понял, что ничто и никто не спасет его. То есть сначала он не думал, не считал необходимым молиться о Бхагавану помощи, он думал, что его жены, дети, родственники, еще кто-то спасет, но когда он понял, что это все бесполезно, он обратился к Верховному Господу, и мы не чувствуем себя беспомощными и не молимся Бхагавану, поэтому не обретаем милости Бхагавана. И вот Гаджендра в итоге сказал: «О Господь, не думай, что спасти мое слоновье тело, я молюсь об этом, нет, я молюсь о том, чтобы ты спас мою душу». И другой пример я могу привести, когда Драупаде Душасан хотел ее раздеть. И Драупаде подумала, что есть Бишма, великий преданный, он спасет меня, но Бишма ничего не сказал. И сидел с опущенной головой. Дроначарья, могучий воин, наверняка он что-то сделает. Тот тоже ничего не сказал. Юдхиштхира, он Дармарадж, тоже спасет меня, но Бима наверняка разгневается и даст по морде этому товарищу, и тоже ничего не делает. Никто не помогал, но она пыталась держать свою одежду. Ну, вот эта душа со мной раздеть пытался, но Кришна не помог. И вот когда Драупади уже отчаялась, что ее состояние очень плачевно, никто не может спасти ее, и тогда она взмолилась Кришне: «О Говинда, спаси меня, что я в опасности, спаси меня». И тогда Говинда пришел в форме одежды, бесконечной одежды, и Душасан, он тянул это сари, тянул, а Кришна в форме этого сари защитил честь, ее честь. Душасан уже устал тянуть. Вот тут гора одежды была, она все тянул, тянул, и было без толку. И вот меня так он не смог раздеть Драупади. Однажды Драупади сказала Кришне: «Почему ты сразу не пришел?» Я была в опасности. Кришна сказал: «Ты никогда не звала меня. Зачем мне приходить? Ты думала, что Бишма тебе поможет, или Дроначарья, или Юдхиштхира, или еще кто-нибудь. Разве не так? Да, так. Поэтому я не приходил. Ты хотела их помощи, а не моей. Когда ты захотела моей помощи, то я помог тебе. Если вы можете зависеть от милости Гуру Вайшнава Бхагавана, то вы обретете ее. Если нет, то нет. И может непонимание, сомнение, подозрение возникнуть. И вот в жизни Шридхара Махараджа, что такое шаранагати? Такой великий, возвышенный, преданный, он редок на этой земле, но все же он никогда не проявляет себя так. Вот. Даже Джилан Ятри у них в матхе не был, он говорил, что не нужно нам это, нет у нас такого тхикара. Я думаю, такое чувство невозможно.
Мрегья, Мегьо, Маханти Датри, Майя, Мукти, Маханту Датри. Шитилито, Види Рага, Радхарадеша, Гани, Нибешати, Виласато. Види Нитям, Бхакти Сиддханта Бхакти. Посмотрите, какие прекрасные стихи он писал. Я был восхищен, как возможно. Если я никогда не видел Шрилу Прабхупаду непосредственно, но все же, если вы не видели Шрилу Прабхупаду Бхактисиддханту Сарасвати, я был. Гарантирую, что если вы поймете Прабхупада Ставу, которая написана Шрила Чандрадев Госвами Махараджем, вы поймете, кто такой Шрила Прабхупада. Он гуру. Кто может спасти вас, если он настоящий гуру, а не обманщик? Понимаете, о чем я говорю? Если вы не видели силу Прабхупады в своей жизни, не проблема. Изучайте Сиддхартха Госвами Махараджа, его наследие, и поймете, кто такой Шрила Прабхупада. Все. Сердце Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами, оно было отражено в сердце Шрилы Сиддхартхи Госвами Махараджа. Я гарантирую это полностью. Кто такой Шрила Прабхупад? Как Бхагаван Шри Кришна говорит Брахме. Моей милости вы можете знать, кто я. И вот как Бхагаван Шри Кришна говорит Брахме. И также, если вы хотите знать Шрилу Прабхупаду Бхактисиддханту Сарасвати, но если вы хотите увидеть Шрилу Прабхупаду под руководством Шрилы Сиддхартхи Госвами Махараджа, то тогда вы увидите подлинную картину того, кто такой Шрила Прабхупад. Я удивляюсь, как это возможно. Найти жемчужины в глубоком океане. Вот Сиддхартха Махарадж сделал это и показывает нам. No father can save you. Mahaprabhu speaking to Chapal Gopal, no father can save you. This is nothing. You are developing some, leprosy. It is nothing. It is nothing. It's sample. Wet. The sample. This is sample. You have to suffer life after dying because you are so expressing. You are expressing such an audacity. И вот если кто-то оскорбляет чистый Гуру Вайшнав, это очень плохие последствия. Если кто-то не совершает баджан, это не так плохо, как совершать оскорбление. Может кто-то ставит баджан, это хорошо, но оскорблять Вайшнавов гораздо хуже. Они Вайшнавы, подлинные Вайшнавы — это те, через кого Бхагаван, он проявляет свою милость.
to eat like dog. Ah, go. How dog? I can memorize, my memory is good, not there. Don't think that. It is a system. In my bandana, I pray Guru Varga. So I'm the Siddha Goswami Maharaj, all Guru Varga. They can come and sit in my heart. Automatically I can do bandana and go on smoking. Otherwise, thousands of Harikatha, we cannot memorize. How possible? Automatically. This is a system, that's why... Его Харикатхана должна исходить из сердца. И вот Бхактивинода Такур написал киртаны, как Рамананда. Рамананда, когда Махапрабху... И вот Рамананда и Бхактивинода Такур. Бхактивинода is praying to Bhagavan. Piyaya prem motto guri mori sunani yogunoga. Bhaktivinoda writing Kirtan. You allow me to drink the nectar. I can feel some intoxication. And I can go on speaking all Harikatha. Bhaktivinoda praying to Bhagavan. You allow me to drink the nectar from Guru Vaishnava. Бхактивинода Такур молится Бхагавану, чтобы он дал ему возможность пить нектар Харикатхи. И that is called Harikatha. When you are drinking nectar, nectar is so much. Then overflow, then you are going to distribute. И когда на нас спускается нектар Харикатхи, тогда мы можем распространить его дальше. И вот Бхарати Махараджи говорил, однажды сказал Гурудеву, когда тот хотел проверить его, сказал, что ты должен быть готов стать ачарьей. Бхарати Махараджи сказал, что у меня нет таких качеств, каковы качества ачарьи. Сердце ачарьи, оно преисполнена милости. И вот Сиддхартха Госвами Махарадж никогда не хотел быть ачарьей. Кунджада пригласил Шрилу Прабхупаду в Калькутту, чтобы тот там говорил Харикатху. Большую комнату за 5 рупий, в смысле не комнату, там здание целое. 5 рупий в месяц стоило. Но в то время 5 рупий, очень большие деньги были. Но рупия дорогая была. Вот. Вот Махараджа в то время, ну, знакомый был, он зарабатывал в то время сколько? 15 рупий у него зарплата была. Вот там весь месяц тратили, и от этого много оставалось. Эти 15 рупий за весь месяц не могли потратить. То есть рупия дорогая была.
Это сейчас дешево обесценилось, в то время, ну, как рубли буквально в Сардске. И вот в таким образом мы... И вот я пытаюсь вдохновить всех, чтобы публиковали статьи и слова Шрилы Сиддхартхи Госвами Махараджа, Шрилы Кешава Госвами Махараджа. Иногда меня кто-то не понимает, но я одобряю только ту гуру-врага, который находится в настоящей преемственности с Шрилой Прабхупады и говорит о его учении, а не, непонятно о чем. Поэтому у нас все четко. И тут ясно определили, кто есть кто. Как Шрила Сиддхартхи Госвами Махараджа, он буквально олицетворение Харикатхи с утра в 5 утра, только арати кончилась. Все преданные пришли в комнату Шрила Сиддхартхи Госвами Махараджа, он сидел с закрытыми глазами, птицы щебетали вокруг. И вот все преданные пришли и начали ждать, пока он начнет говорить Харикатху с утра. Потом 10 преданные приходили Харикатха, потом Прасад, потом в обед Харикатха, после обеда Харикатха, перед сном Харикатха. И все преданные приходили слушать. Сиддхартхи Госвами Махарадж, он поддержка буквально, как сказать, саппорт. Ну, он основа, не поддержка, как это, основа, можно сказать, всех гаудиматхов. Мало кто запомнит Сидданту, или ну, мало запомнить Сидданту, нужно ее осознать. И могу понять потому, кто что говорит о том, насколько много милости они получили. То есть можно говорить красивые лекции, но какое отношение это говорит, имеет в виду к Харикатхе. Some devotees, they are externally showing respect to me. Internally, they are against me. Можно видеть, как кто-то внешне выражает какое-то почтение, но внутри мешать пытаются всячески. Вот однажды в Панджабе было там какое-то собрание, пригласили разных людей говорить Харикатху, и вот мне Махараджу не сказали. Специально не сказали, какая тема сегодняшняя будет. Объявят за одну минуту, что такая-то тема, давайте говорите. I am speaking by from memory. Now this all set up, all the shut up. Otherwise, I give answer. He knows. I expect some reaction from them. Nobody responds. Like the insult of Siddhartha Goswami, I give appropriate answer. Nobody responds. They know our Gurudev is wrong. How I can say that from the Siddhartha Goswami, a fisherman? Как какие-то люди заявляют, что Шрила Махарадж из семьи рыбаков, как можно так говорить? Даже такие обычные посторонние люди то такого не скажут, а тут какой-то ачарья заявляет так, что у него с головой, чем он вообще думает. Его характер безупречен.
Я знаю, кто-то хочет представить себя как великий Ачарья, кто такой Шриладу Госвами Махарадж. Ну, ну, такие есть эти, так называемые Ачарьи. So that kind of audacity should be stopped all over the world. We'll have to renew. We have to renew. I told you now, just one hour before. Only to rectify the septic brain of whole world. It will take thousands of years. I'm not a cheater, so that I can say, well, you can do, get, become gopi overnight. I can, I cannot. Мы должны быть честны перед собой, публикой. Если кто-то обещает, что могут сделать кого-то гопи за ночь, то это очевидная ложь. И те, кто этого не понимает, это смешно. И вот поэтому нужно уметь отличить подлинных саду от мошенников. Его шлока написано Шридхар Госвами Махараджем. И вот Рупа Госвами Пад. Lady devotee, he become angry, foreign devotee. She stand up, how cheater you speak? It's my Gurudev written from the Siddha Gurudev. You say you are written? Yes. Ну, это для них, кто-то там, какой-то ачарья заявил, что написал эту шлоку, а тут ученица Шридхар Махараджа встала и сказала, что, что вы брешете. Это слова Шридхар Махараджа. Но тому ачарье нечего было ответить, что его, так сказать, уличили в очевидной лжи. Варьяне шате прашно крито лопра хито нибаха Атмавит санна даха пунсан Шатабья вису яхаха Ванча карфадоруси кипасин Падитан бхаван бхавишна дюрнаха